Yes, hello, my name is Leonidas Donskis and I'm an MEP representing Lithuania and I belong to the liberal group here in the European Parliament. This year, the year 2013 marks the 10th anniversary of a very sad thing, of the imprisonment of Mikhail Khodorkovsky, a Russian businessman, civil rights activist, and a person who has become a symbol of the dramatic change of Russia in terms of the deterioration of its situation with human rights, democracy, and the rule of law. At the same time, this year marks the 50th anniversary of Khodorkovsky himself. He is still a young man, although he is losing his precious time being an inmate somewhere in prison, whereas his role should be quite obvious to anyone who is really attentive to what's happening in Russia in terms of democracy, the rule of law, and human rights. Господин Ходорковский, я являюсь литовским членом Европейского парламента. Я либерал, я член либерального движения и также фракции нашей либеральной. Я знаю многое о вашей участи. Я видел фильм, который немецкий художник создал о вас. Я знаю вашу историю. Я встречался с вашим сыном Павелом. И поэтому хочу уверить вас в то, что в этом году, когда вам исполняется 50 лет, столько же, сколько и мне, кстати, мы ровесники с вами, и учитывая тот факт, что 10 лет исполняется тому, что вы как раз лишились свободы 10 лет тому назад, я хочу вам сказать следующее. Я понимаю, сколько мужества, храбрости и веры в то, что ваша страна изменится, вам надо для того, чтобы выдержать все это. И все-таки, поверьте, мы все знаем, мы интересуемся, и мы сделаем все возможное, что все-таки мировая опиния и мировое сообщество все-таки изменило ситуацию в России. Вы обязаны быть на свободе. Я глубоко убежден в том, что вам суждено сыграть очень серьезную роль в истории и политике вашей страны. Я думаю, что, учитывая тот факт, что Европа всегда преклонялась перед храбростью, мужеством советских и русских диссидентов, я сам являюсь другом таких людей, как Сергей Адамович Ковалев, Юрий Афанасьев. Я верю в то, что вы тоже принадлежите к этой категории людей, к этой галерее выдающихся, смелых, свободных людей. Поэтому я надеюсь на то, что все изменится, что вы вернетесь на свободу, и что я в один прекрасный день могу увидеть вас так, как здесь, в Европарламенте, видел вашего сына Павла. Удачи вам и всего наилучшего!